Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Это новое расширение, и плюс букс. Называется Risen Sale. Вот как-то так. Активный и пассивный заработок на просмотре рекламы и серфинге сайтов. Значит, здесь можно почитать информацию. Это статистика, уже более 3000 участников. И уже выводы пошли. 398 рублей выведено. Здесь лидеры рефералов. Это может стать любой. Также вопросы-ответы. Это все кликабельно и можно прочесть. Регистрация и вход. Я уже зарегистрирована. Регистрация у нас. Кто не зарегистрирован, прописываем логин, email, два раза пароль. Вот такая капча. 2 плюс 1. Видим, да, читаем. Пишем ответ. Сюда вставляете. Ставите сюда галочку. Нажимаете зарегистрироваться. Я же уже зарегистрирована, как я сказала. Кликаю войти. После чего вам на почту придет письмо и нужно будет подтвердить адрес электронной почты. Ну и попадаем на такую страничку. Здесь вот у нас идет заработок, а здесь для рекламодателей. Здесь очень дешевая рекламка. Помимо расширения, это еще и букс. Давайте пройдемся все по порядочку. Я ничего не устанавливала еще. Я вот только зашла. Значит, серфинг сайтов. Здесь идет серфинг сайтов. Можно просматривать и зарабатывать. Здесь время просмотра в секундах. 5 секунд, 15, 30 и так далее. Здесь вознаграждение. Давайте просмотрим одну рекламку. Посмотрим, что здесь у нас. Так, ждем. Полной загрузки сайта. Ну. Чего-то ничего нет. Сайт загрузился и ничего. Давайте другую посмотрим. 15 секунд. Никуда. И что? Где у нас отсчет таймера? Я что-то ничего не вижу, ребятки. Дождались, полная загрузка, все загружено. Что-то не работает, наверное, или что? Ну ладно. Еще одна. Ну вот, загрузилась страничка. Ага, вот идет отчет таймера в самом низу. И что у нас? А, 7 минус 6. Видим, как вот здесь написано. 7 минус 6. Сюда вводим ответ. И кликаем вот сюда на красную вкладочку. Отправить. Подтверждаем. Окей. Все. Зачет. Вот таким вот образом мы просматриваем рекламку. Так. Возвращаюсь. Меню. Здесь задания. Хотите выполнять задания? Выполняйте задания. Я их не люблю, эти задания. Вот здесь вот меню. Кликаем на меню. Далее просмотр видео YouTube. Но видео пока здесь нет. Значит, расширение, ребятки, есть. Нас перебрасывает
в интернет-магазин Google Chrome. И вот наше расширение. Сейчас я буду... Я все делаю в режиме онлайн. Сами видите. Клику «Установить». «Установить расширение». Ждем, пока оно тут загрузится. Пусть грузится, вот проверка идет. Так, установилась еще проверка. И вот оно, на мое расширение. Вот оно в самом углу. Расширение установлено. Кликаю к нему. Так, вот сюда я иду. И еще вот оно, мое расширение. Я кликаю сюда. И вот оно, ребятки. Все. Баланс вывода. Я просмотрела рекламку одну. Показ баннеров. Показ тизеров. И можно перейти сразу. Вот логин мой. И перейти в кабинет. Не кабинет, здесь меня выбрал на главную страничку. Аккаунт. Вот. Это можно закрыть. Так, расширение я вам показала, я установила. Мы посмотрим. Автозаработок. Значит, здесь какие-то контракты. Ребятки, я не знаю, что это такое. Можно узнать, кликнуть подробнее и изучить. Я сюда не полезу. Вот у меня, вот, видели, да, появился баннер. Вот. Значит, и просмотрено было. Так, значит, меню. Далее партнерская программа. Значит, здесь можно стать лидером рефералов. Сейчас вот такой вот лидер логин. И читаем, чтобы стать лидером рефералов, необходимо иметь на балансе покупок 30 рублей. При нажатии на кнопку «Стать лидером», вот эта красная кнопочка, сумма 30 рублей списывается со счета покупок. И вы на 30 минут становитесь лидером-рефералом. Хотите, пробуйте. Далее опускаемся ниже. Находится наша партнерская ссылочка. И здесь баннеры. Скопировать код, как бы, да? Вот такие вот баннера. Их очень-очень много. Администрация уж постаралась. Реферальная программа пятиуровневая. И все 5 уровней по 5%. Так, это я вам показала. Меню. Далее есть ежедневный бонус. Кликаем. Для получения бонуса вам нужно кликнуть по баннеру. Кликаем по баннеру. Возвращаемся. Появилась вкладочка «Получить бонус». Кликаем. Подтверждаем. И все. Начисление бонуса 10.02.22. Я бонус получила. Далее, ребятки. Меню. Заработок я вам показала. Есть еще настройки аккаунта. Кликаем на шестеренку, где. Значит, здесь мой логин, пароль, адрес, телефон я не прописала. Россия, русский у меня по умолчанию, так как здесь можно поставить английский язык, если кто англоязычный. Указала пол, дату рождения. Также я прописала Pair кошелек. Здесь есть еще Kiwi и Яндекс.Деньги, то есть Юмани кошелек. Прописываете, сохранить изменения. Все. Кошелек нужно прописать в обязательном порядке. Далее.
Баланс покупок. Мне бонус капнул. Обратите внимание на баланс покупок. Что очень даже хорошо. Значит, история операций по балансу вывода. История операций по балансу покупок. Значит, здесь что у меня? Так, оплата. А, оплата за просмотр сайта. Понятно. Вкладочка «Пополнить баланс». Эту для рекламодателей. Есть фрикасса, пожалуйста, можете выбирать. Или пайер. Нужную сумму вводите и оплатить. Это кто будет рекламить свои проекты. Вот рекламка ненавязчивая появилась. И еще вот одна, видим, 8 секунд. Вот этого расширения. Потому что у меня такой рекламы еще нет. И видим, у меня баланс уже увеличился. Далее, вывод. Опять вот здесь пополнить баланс. Заявка на вывод. Кликаем и читаем. Создать заявку на вывод денежных средств. Выбираем платежную систему. Ну, например, Payeer, да? Сюда мы будем прописывать сумму. Здесь создать заявку на вывод. Также читаем. Минимальные суммы вывода на Kiwi кошелек от 100 рублей. Юмани, Яндекс.Деньги, 10 рублей. На Payeer от 1 рубля. Минималка не завышена. Это я вам показала. Возвращаюсь опять в меню. На крестик. Далее здесь можно давать свою рекламку. Здесь довольно-таки, ребятки, недорогая реклама. Значит, серфинг сайтов. Можно создать рекламку. Здесь кликаем «Заказать серфинг». И появляется вот такая вкладочка. Здесь пишем название, ссылочка, которую мы хотим рекламировать. Здесь идет от 500 просмотров. Можно увеличивать. Это уже по желанию. И далее что? Целевая аудитория. Языки. Язык. Здесь я не ставлю без ограничений русский, английский. Можно не ставить. Возраст от 14 до 99 лет. Целевая аудитория. Я вот, не знаю, не указано, если вот так поставить. Далее, длительность просмотра. Смотрите, вот здесь уже сейчас появится цена рекламы. Здесь по умолчанию стоит 500 просмотров. Кликаем 5 секунд. 500 просмотров. Это 12 рублей 50 копеек. Далее. 5 секунд. 15 секунд. 500 просмотров. 15 рублей. Я считаю, что это недорого. Даже если 1000 просмотров, это будет 30 рублей. Да? Вот. Так, это мы закрываем. Опять меню. Далее задание, если хотите давать задание. Я задание не даю. Тут сами также просмотрите. Меню. Просмотр видео YouTube. Также недорого. Заказать просмотры YouTube. Здесь пишите название видео. Ссылка на видео YouTube. Вот сюда вставляете. Интервал выполнения здесь уже ставите единоразово. Раз в 24 часа, один раз в 3 дня, один раз в месяц. Ну, например, один раз в 24 часа. Количество 1000 просмотров. Я думаю, можно самим регулировать. Длительность. Здесь идет от 20 секунд, например. И 1000 просмотров, ребятки, 25 рублей. Это недорого. Можно увеличивать, естественно, просмотры. Вот.
здесь кликать или вручную набрать. Видите, сумма увеличивается. 1300 просмотров, уже 32,50. Далее. Также реклама в расширении. Можно заказать. Сделать заказ баннера. Сделать заказ тизера. Кликаем. Баннер. Выбираете баннер. Допустимые размеры баннера. 200 на 300. 468 на 60. 728 на 90. Максимальный размер 30 кб. Значит, что у нас здесь? Сюда ссылочку реферальную вставляете. Показывать каждому не более чем один раз, два раза, например. Показывать каждому не чаще, чем каждые 15 минут, каждые 30 минут. И время показа. 5 секунд, 10 секунд, например. И от 500 просмотров. Как бы, да, здесь стоит уже по умолчанию. Ребятки, 500 просмотров, 7,50. Ну, это совсем дешево. И кликаете заказать. Здесь страна, я вот так, если ставить, то, наверное, не указано, я не знаю. Потому что здесь стран очень много, много, много. Это ужас сколько. Вот. Это баннеры. Так. И тизер. Заказ тизера в расширении. Значит, также картиночку выбираете. Ссылочку. Показывать каждому. Сколько вы хотите? Один раз, два раза. Показывать каждому не чаще. Раз в 15 минут, ну раз в 30 минут. Часто тоже не надо, я думаю. Время показа. 5 секунд, 10 секунд, сколько вы хотите. И также стоит уже по умолчанию от 500 показов. Ребятки. И сюда вставляете текст какой-нибудь. Вот. И также 500 показов, ребятки, 7 рублей 50 копеек. Заказать и оплатить. Очень недорогая реклама. Так, ну, сделать заказ баннера, сделать тизера. Что еще здесь? И баннерная реклама. Описание баннера. Здесь URL, реферальная ссылочка. Выбирайте баннер. Срок размещения дней, сколько вы хотите, прописываете, например, один день. Значит, и что, способ оплаты? Оплатить с баланса аккаунта. Вот тут стоит цифра 10. Вот это, я не знаю, 10 рублей, что ли? Вот. Ну, здесь лучше всего это в расширении давать рекламку, ребятки. Вот. Она самая дешевая. Обратите, у меня уже 5 копеек, пока я микрофоню. И у меня уже 5 копеек я заработала. Что еще я вам не показала? Вроде я вам все показала. Здесь язык. Выбрать русский, английский. Баланс покупок, баланс вывода. Наберу минималку, я проверю, естественно, на вывод. Ну и все вроде как. Заработок показала, заказать рекламу показала. Вот это меню. Скачать расширение я вам все сделала, показала в режиме онлайн. Ежедневный бонус я вам показала, настройки показала. Ну и все, ребятки. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Хотите, рекламируйте.
абсолютно без вложений заработок на полном пассиве. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!